Христа. А теперь подумай, что же еще творится в твоей голове? Кого ты боишься потерять своей жизнью? Ну, я не знаю, я много кого боюсь потерять. Своих родных, маму, папу, братишку, приятелей, друзей. Именно друзей. А ты знаешь, что такое настоящая дружба? Ну да, вместе проводить время, веселиться и умение помочь в беде. Ну и самое главное, чем же проверяется настоящая дружба? Временем? Нет. Пройдет 10 лет, и ты можешь понять, что человек, который был с тобой рядом, вовсе тебе не друг. Зачем? Минимум помочь. Не бросить в трудную минуту. Быть рядом.